вами интернет-магазин Instrument Center. Сегодня у нас в обзоре профессиональный набор автомобильного инструмента от компании NEO. NEO 08666. Набор на 110 предметов. NEO — это польская компания из Польши. Выпускает профессиональный инструмент для СТО, для автосервисов, для предприятий. Хорошо известная компания в мире. На свои наборы инструментов компания NEO Tools дает 25 лет гарантии. В наборах применяется хромбанадиевая сталь. Набор поставляется, такая красочная упаковка. Важная информация: при щетке 72 зуба указывается, 25 лет гарантии на набор. Написано, что наборы тестируются перед продажей уже покупателям. Дальше CRV, хромбанадиевая сталь. Strong case, крепкий кейс. Эргономичные рукоятки на трещотках, два рабочих квадрата, 1/2 и 1/4 дюйма. С обратной стороны комплектация набора указывается. Такая прокладка идет, довольно толстая, которая ложится между крышек во время закрывания. И начнем с трещоток. Два рабочих квадрата, 1/2 дюйма и 1/4 дюйма. Маленькая и большая трещотка. Как видите, в наборах NEO трещотки имеют небольшой изгиб. Все сделано для удобства работы. Рукоятки здесь пластик, резина, но резина здесь довольно плотная. Скорее всего, это на пластик сверху нанесли напыление резиновое. Очень удобно лежат в руке. Надпись CRV NEO Tools. CRV — хромбанадиевая сталь. Трещотки 72 зуба в мелких шах. Есть реверс переключения право-влево. И быстрый сброс и фиксация головки на трещотке. Длина трещотки под 1/2 дюйма 255 мм. Под 1/4 дюйма 155 мм. Трещотки разборные. Три винта выкручиваются. Можно вытянуть механизм и обслужить его. Т-образные воротки. Два воротка под 1/4 и под 1/2. Под 1/2 у нас длина воротка 250 мм, под 1/4 11,5 см. Вороток под 1/2 дюйма также служит у нас и удлинителем 250 мм, если снять этот переходник. Переходник этот можете использовать для перехода с квадрата 3/8 дюйма на 1/2. Две свечные головки 16 и 21 мм. Головки имеют внутри резиновые вставки. Отверточная рукоятка 150 мм. Рукоятка также комбинированная. Есть присоединительный квадрат. То есть можно подсоединить трещотку. Получаем такую вот отвертку с реверсом. Или можете сюда подсоединять вороток также. Что-то дожать. Данная отверточная рукоятка применяется в наборе с головками под 1/4 дюйма. То есть это для труднодоступных мест где-то открутить. Или с битами. Биты дальше буду показывать. Биты, которые уже идут с переходником. Надпись на рукоятках, на трещотках и на самой отвертке NEO Tools. Еще один удлинитель 125 мм под квадрат 1,2. То есть 250 под 1/2 и 125. Два удлинителя под 1/4 дюйма 100 и 50 мм. Два кардана 1/2 и 1/4 дюйма. Карданы скреплены металлическими вставками. Так, далее перейдем к головкам. В наборе шестигранный профиль. Головки короткие представлены, длинные головки топс. Начнем с головок коротких шестигранных. Под 1/4 дюйма у нас головки 13 штук. Самая маленькая у нас на 4 мм идет. Это вот ряд. Самая большая 14. Это 1/4 дюйма, маленькая трещотка. Головки под 1/2 дюйма. Два ряда.
Общее количество 17 штук. Самая маленькая у нас 10 мм идет, 6 граней. Самая большая 32 мм. Шестигранная. Вес головки 32 мм, составляет 220 грамм. Она тут такая увесистая довольно. Надпись на металле здесь идет Neo Tools CRV, ну, хромонадевая сталь, 32 мм. Покрытие полностью глянцевое. Очень большой плюс, что головки, допустим, лежат в своих ячейках, и каждая ячейка подписана по номеру головки. И буквы здесь, цифры, вернее, довольно-таки большие. То есть 17 мм, головка 17 мм. То есть очень удобно. Также подписаны биты и головки длинные с торксами. Далее, головки длинные. Общее количество 13 штук. Под 1/4 дюйма они внизу у нас идут. Самая маленькая у нас здесь на 6 мм. И самая большая, это уже вверху под 1/2 дюйма, у нас 22 мм. Головки Торкс. Общее количество 13 штук в наборе. Е4 у нас самая маленькая Торкс. И самая большая Е24. Тоже глянцевое покрытие. Так, далее биты. Нижний ряд биты под 1/2. Используются вот таким вот адаптером. Ставили нужную биту и уже дальше. Или вороток, или трещотка. Общее количество бит под 1/2 дюйма у нас 17 штук. Плюс вот такой вот есть в наборе переходник. Переходник, который используется с шуруповертом. Сюда вы можете одевать биты или одевать головки под 1/4. Такой вот маленький. Далее у нас биты под 1/4 дюйма. Биты уже идут с адаптером, то есть с переходником, в отличие от бит под 1/2, где вы вставляете адаптер, который вот тут показывал до этого. Общее количество бит под 1/4 дюйма 18 штук. По профилям здесь шестигранные биты, есть биты торкс, шлицевые и крестовые. И на самом кейсе, то есть по ячейкам, написано, допустим, PH1 от бита в данной ячейке. То есть очень удобно, что вы сразу видите, в какой ячейке какая бита находится. И еще в наборе есть вот такой вот набор V-образных ключей. 4 ключа. Теперь, что мы, допустим, обнаружили по недостаткам. Ну, недостатков мы не нашли в данном наборе. И было бы удивительно, если бы нашли, потому что набор профессионального качества позиционируется. Материал изготовления хром-ванадиевая сталь. И на весь инструмент нанесено защитное такое глянцевое покрытие. Многие хвалят такое покрытие, потому что если, допустим, взял рука в масле, взяли головку, ее можно очень легко оттереть, в отличие от матовых головок. Оттереть, и она получается опять у вас такая красивая. Кейс состоит из двух частей. Кейс пластиковый черного цвета. Соединяет две крышки пластиковая зависа. Внутри есть внутри металлический штырь. Замки металлические. На замках надпись Neo Tools. В верхней крышке инструмент хорошо защелкивается. Попробуем закрыть. Ничего не выпадает, все остается на своих местах. Напомню, что на Neo Tools гарантия 25 лет дают производитель на наборы Neo Tools. Запирание тоже без лишних усилий, все очень легко. Вот такой вот красивый кейс идет. Надпись Neo Tools, видите, оранжевого цвета, 110 предметов. По габаритам кейса. Вес набора 7,6 кг, ширина 38, длина кейса 30, высота 9 см. Рекомендуем покупки данный инструмент. Сейчас у нас в магазине действует хорошая скидка на Neo Tools наборы. Подписывайтесь на канал, получайте еще за это дополнительную скидку в интернет-магазине. И кому понравилось видео, оно помогло вам с выбором набора инструмента.
Ставьте лайк. Спасибо. До свидания.